Абсолютно точно. Язык никак не является препятствием. На протяжении всего процесса есть, в принципе, кому писать. Есть департамент, который отвечает за эту лотерею, и можно у них спрашивать вопросы. Только в мае. Все это время будет молчание, грубо говоря. А проверяете, где на этом же сайте? На этом же сайте. Там... Андрюх, слушай, а какой шанс вообще выиграть в лотерею? Есть ли какая-то статистика? Все, что остальное, это фейк. Как вам Нью-Йорк? Друзья, всем привет из Нью-Йорка, а точнее из Нью-Джерси. Сегодня я встречаюсь со своим другом, моим бывшим практически однокурсником. Мы учились в одном университете. Он выиграл грин-карту американскую. Он переехал в Нью-Йорк. И мы с ним пообщаемся на тему именно как бы как проходила процедура подачи. Он расскажет как бы что он делал, как он ждал своего момента. Смотрите, не переключайтесь. Надеюсь, вам это видео будет полезным, если вы рассматриваете также подаваться на грин-карту. Андрюх, когда начинается вообще вся эта тема с подачей на визу, подачи на грин-карту, куда заходить, на какой сайт и, ну, в общем, как бы как все начать и в какой период это все будет проходить? Что нужно знать? С 3 октября по 6 ноября каждого года идет розыгрыш. Розыгрыш грин-карты. Розыгрыш грин-карты проводится только на одном сайте. Сайт dvlottery.state.gov. Вообще все сайты государственные в США заканчиваются .gov. И, соответственно, как government, правительство. Соответственно, все, что остальное, это фейк. Какие документы нужно собрать и подать? Подача, в первую очередь, подача полностью бесплатная. Не нужно, если вы находите сайты, где нужно оплатить, это развод, так скажем. Все бесплатно. Я сейчас точно не вспомню, но там нужно указать имя, фамилию, по-моему, дату рождения и место рождения. И все. Насколько я помню. И этого будет достаточно для того, чтобы начать розыгрыш. С 3 октября по 6 ноября подаемся. А результат будет только в мае? Только в мае. Все это время будет молчание, грубо говоря. А проверяете, где на этом же сайте? На этом же сайте. Там есть чек-статус. Будет присвоен индивидуальный номер каждому, кто подавался. Подаваться могут все члены семьи, то есть муж, жена и совершеннолетний ребенок. И любой из людей, кто выиграл, распространяется на всю семью. В твоем случае кто выиграл? Мы подавались я и супруга, выиграл я. И вы сейчас приехали вместе, то есть без проблем? Да, она идет как член семьи, и на нее распространяются все те же абсолютно разрешения, которые распространяются на меня. Андрюх, слушай, а какой шанс вообще выиграть в лотерею? Есть ли какая-то статистика? Начиная с 2014 года, все больше и больше людей подают на грин-карту. В 2014 году 250 тысяч человек подавало, там был шанс 0,77. И впоследствии, там есть статистика за 2017 год, там уже был шанс 0,55. Насколько я знаю, когда я подавался и выиграл, у меня был шанс 0,34. Слушай, так выиграть, получается, может любой? У тебя должно быть, к примеру, высшее образование или сколько тебе лет должно быть? Там минимальные требования, они описаны также при подаче, но минимальное требование – это школа, среднее образование. То есть теоретически без высшего образования можно выиграть и получить. Но я не знаю, как работает алгоритм. Может быть, они дают приоритет высшему образованию. А нужно ли, чтобы тебе было 18 лет? Или я могу податься в 16? Чтобы подать, нужно, чтобы было 18 лет. Получается, при первой подаче с 3 октября по 6 ноября необходимо будет заполнить на сайте следующую информацию. Имя, фамилия, дата рождения, место рождения, супругу или супруга и детей. И все. Так, то есть ты хочешь сказать, что от меня вообще никаких не нужно ни документов, ни денег, ничего, когда я подаюсь на лотерею. То есть, по сути, это как кинул билетик, да, и все. Так и есть, это все бесплатно. Ты просто подаешься, заполняешь там несколько строчек и ждешь 7 мая. Слушай, хорошо, вот пришел май, да, как я узнаю о том, что вот я получил приз, там, да, сектор приз на барабане. Сектор приз на барабане! Ну, как бы, что я выиграл или не выиграл, где мне это проверять, как я это увижу, на этом же сайте это все происходит, или мне на почту, или мне звонят кто-то, вот как все это, или ко мне пришел посол США и там, ну, да, все, окей,
вы победите. Получается, наступает 7 мая, и нужно проверять на этом же сайте, где подавали, свой статус. Никто звонить не будет, почту никакую не пришлют, в дверку тоже не постучат. Только свой статус проверяешь, и там уже либо да, либо нет. Вводишь свой ID, и там уже будет написано да, нет. Если я не выиграл, то все понятно, до свидания, до следующего там октября жду опять, да? Если я выиграл, что от меня дальше, куда мне дальше идти или что-то? У меня должен уже стоять чемодан или как это все происходит? Здесь начинается снова длительный этап сбора и отсылания им документов. Это огромный список документов. Как правило, все это делают почему-то там 2-3 месяца. Лично я это сделал там в течение нескольких недель. То есть я отправил очень быстро. Мне казалось, что это увеличит мои шансы. Я не знаю на самом деле, как это есть. Ты сказал такую фразу, что это увеличит твои шансы. То есть вроде как бы тебе пришло то, что ты выиграл, но да, это еще не гарантирует того, что тебе дадут. Так ли это? Да, там даже написано you have been randomly selected, но не выиграл. То есть вы случайным образом были выбраны, но вы не выиграли. Соответственно, идет следующий этап подачи документов. Огромный список, вплоть до несудимости в тех странах, где вы находились. То есть, к примеру, я жил в России, но учился в Англии, я обязан был подать и справку из полиции в России, и из Англии, потому что я там достаточно длительное время находился, мне нужно было запрашивать полицию Англии, что я не судим, что у меня все хорошо. Андрюх, а назови, пожалуйста, весь полный перечень документов, ну или как бы максимальный перечень документов, которые требуются, если ты выиграл грин-карту. Получается, список действительно реально полный, то есть подавать нужно все. Я не помню прям досконально по этапам, но все твое образование, вся твоя жизнь, там нужно расписывать адреса, где ты жил, по годам, где ты находился, что ты делал, грубо говоря, на протяжении, по-моему, 10 лет твоей жизни, если не ошибаюсь. А у тебя должен быть какой-то минимальный уровень английского языка? На английский язык никто никак в правилах не прописывается, то есть его может и не быть вовсе. Собеседование, забегая вперед, собеседование проходит на русском, либо на английском, на усмотрение у офицера, но, как правило, на русском. А собеседование через сколько происходит после того, как ты выиграл? Да, то есть в мае подали документы, либо там через месяц, два, три, кто как делает. И только в январе следующего года примерно начинается вызов в посольство на собеседование. Некоторых вызывает вплоть до мая, то есть с января по май примерно. То есть, грубо говоря, октябрь ты подал документы на грин-карту, май ты выиграл, в этом же мае, грубо говоря, в течение 3 недель, да, ты подал все документы, и только в январе... И, по сути, через год фактически возможно твой вызов в посольство. Вау, то есть эта процедура занимает практически... Да, это реально длительная процедура. Перед высылом в посольство будет необходимо пройти медицинское обследование в одном аккредитованном госпитале в Москве. Там проходится все. У меня, например, была история, что у меня была старая советская тетрадка еще из школы, из детства, где были написаны от руки и от ручки. Ручки написаны были прививки, и, естественно, ее не приняли, и мне поставили 7 прививок за раз. Ну, это как бы к примеру. То есть проходите полное медицинское обследование, если все окей, вас вызывают, вы берете эти документы и идете в посольство на собеседование. Проходили вот эти вот все медобследования, как я понимаю, ты, жена и ребенок? В моем случае проходило обследование только я и жена, потому что ребенок у меня имеет гражданство США. Свидетельство о рождении детей, все справки об образовании, школы, университеты. Расписал 10 лет своей жизни по годам и месяцам, где я жил, в каких квартирах, вплоть до адресов, странах. Справки о несудимости во всех странах, где я находился долго. В состоянии банковских счетов, сколько денег у меня на счету на момент подачи. А какая сумма должна быть на счетах? В моем случае у меня были какие-то деньги, накопления на счетах, поэтому я просто пошел и распечатал. А все эти деньги ты сабмитил там же через сайт или куда ты отправляешь? Как это дальше происходит? Насколько я помню, ты на сайте прикрепляешь все документы. Я могу ошибаться, конечно, но насколько я помню, все равно тут 1.5 года процесс занимает, 2 даже. И это достаточно длинный. Ну, на сайте ты сабмитишь все свои документы, которые необходимы.
и ждешь. И снова молчание до января вплоть до мая. Я помню ощущение, что ты ждешь, и никаких абсолютно ответов у тебя нету. Как ты считаешь, если у меня нет языка, есть ли мне смысл поддаваться? Абсолютно точно. Язык никак не является препятствием. Пожалуйста, скажите, как вам Нью-Йорк? Хорошо. Отлично, спасибо. Так, ребята, по процедуре, я думаю, вам более-менее понятно. В следующем видео обязательно подписывайтесь и не пропускайте. Мы поговорим с Андреем, значит, как прошел его переезд, что он с собой брал, насколько было тяжело или легко ему, и что он вообще считает вот насчет вот этой вот темы с выигрышем кредит-карты, переездом, всеми этими вещами. Подписались, поставили лайк, вопросы любые в комментарии. Также ставлю линк в описании к данному видео на канал Андрея. И любые вопросы касательно грин-карт вы можете задать ему лично.